Шутя в самый популярный проект страны, резидент Ивановского стендап-клуба покорил московскую сцену. Андрей Боронин принял участие в проекте «Открытый микрофон» на ТНТ. Лучших комиков отбирали на стендап-фестивале, куда съехались шутники со всей страны. Из 16 комиков у нас поехало 8 человек, и цель одна – показать себя, на других посмотреть. Было больше 700 участников в Москве, и было видно, как бы, на каком уровне мы находимся. Ехали как раз для того, чтобы ребята посмотрели и поняли, да, куда двигаться, какие вообще российские тенденции в стендапе и насколько мы в правильном направлении двигаемся. Оказалось, что наши комики достаточно достойно выглядят на фоне остальных. Комики вознесенского стендапа выступали с уже проверенными на ивановской публике шутками. Играть на большой сцене для них не в новинку. На счету стендаперов более 100 выступлений не только в местных ресторанах и барах, но и на больших отчетных концертах. Были шансы пройти не только у Андрея в программу, но там еще помимо юмора оцениваются еще другие качества, и как бы продюсер смотрит еще и на шоу, кто подойдет, кто впишется в программу в новый сезон и сделает ее интересно. К отбору участников в проект на фестивале действительно отнеслись довольно серьезно. Несмотря на то, что Андрей в стендапе даже меньше года, его шутки и необычный формат выступлений сразили бывалых комиков. Покорить же им, наверное, удалось тем, что у меня был необычный образ и сложный жанр в стендапе. То есть у меня шутки одной строкой. То есть в эти строчки надо поместить историю, какие-то личные отношения и, самое главное, юмор. К примеру, сначала я говорил, допустим, о семье, потом о друзьях, потом о машине. И все это должно у меня 3 предложения. Вот. За 3 предложения я должен 3 раза рассмешить. По словам ивановских резидентов, поездка на такой большой фестиваль не только помогла показать, что в нашем городе умеют шутить, но и позволила набраться опыта и новых идей. Понравилось огромное количество стендапов все это время, 3 дня. Это было с 10 утра до 10 вечера, постоянный какой-то юмор. То есть к чему стремиться еще, вот, но насколько хорошо мы выступили, можно судить по тому, какой процент от нас остался там. Совсем скоро Андрея Боронина можно будет увидеть на телеканале ТНТ. Шоу, обещают ивановские комики, должно получиться незабываемым. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.